О том, как провести выходные дни, нам расскажет Дарья Мешкова и традиционная пятничная афиша. Привет, Даша! Куда пойти и где будет действительно интересно? Дима, привет! Сегодня пятница, впереди выходные, и мы снова спешим вам рассказать о предстоящих мероприятиях. В Видновскую дирекцию киносети поступало множество звонков и сообщений с вопросами о судьбе бесплатных кинопоказов в кинотеатре «Искра». Друзья, настала пора вернуть старые добрые времена. В рамках акции «Видновская киносуббота» теперь в кинотеатре «Искра» будут проходить бесплатные показы кинофильмов России и СССР, являющихся общественным достоянием. Первый показ состоится уже 15 июля в 11:00. Ждем всех на премьеру фильма «Волга-Волга». Начните выходные с киносубботы и хорошего настроения! В этот же день, но уже в 12:00 в музее-заповеднике Горки Ленинский артисты студенческого театра «Новый диалог» покажут для маленьких зрителей костюмированное шоу по мотивам двух фильмов «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». Билеты приобретайте в кассах музея. 17 июля 1942 года – начало Сталинградской битвы. По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории. В библиотеке деревни Калиновка 15 июля в 12:00 состоится час мужества у выставки, посвященной этому событию. В Горках продолжаются музыкальные сезоны. Солисты Московской областной филармонии, лауреаты международных конкурсов Людмила Баталова и Олег Калагуров приглашают на необычайно изысканную, романтичную музыкальную программу «Дороги любви». 15 июля в 14:00 в музее-заповеднике в Горки Ленинский. Также есть приятная новость. Два билета можно приобрести по цене одного. А вот 16 июля в 14:00 в беседке музея усадьбы Горки можно будет послушать разножанровую отечественную и зарубежную музыку. Вас встретит ансамбль «Русские виртуозы». Вход свободный. В преддверии Дня Отца, самого трогательного и доброго праздника, 15 июля в 15:00 в библиотеке поселка Новодрожино пройдет литературно-музыкальный праздник «Папа может». Ждем всех желающих! Дима, на этом у меня все. Надеюсь, нас ждет хорошая погода, и мы сможем отлично провести эти выходные. Спасибо, Даша, я тоже на это надеюсь.